Привет, вы на канале Device. Сегодня на обзоре монитор LG UltraGear 27GN850B. Узнать его актуальную стоимость вы сможете, перейдя по ссылкам в описании под видео. Что вы думаете об этом мониторе? Напишите об этом в комментах и не забывайте ставить палец вверх. А чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Впереди много интересного. Погнали! LG UltraGear – самый мощный инструмент для победы, поможет вам стать лучшим игроком. Благодаря нано IPS 1 миллисекунда, сравнимой со скоростью TN-матрицы, обеспечивающей минимизированное остаточное изображение и быстрое время отклика, вы можете наслаждаться совершенно новой игровой производительностью. Сверхбыстрая скорость 144 Гц позволяет геймерам мгновенно видеть следующий кадр и делает изображение плавным. Геймеры могут быстро реагировать на противников и легко прицеливаться. Почувствуйте настоящую битву с настоящими цветами. 27GN850 поддерживает широкий цветовой спектр 98% цветовой гаммы DCI-P3. Передает цвета с высокой точностью воспроизведения с HDR10, обеспечивая реалистичное визуальное погружение. Независимо от поля битвы, геймеры ощущают, что находятся в его центре. Разрешение 2560 на 1440 пикселей позволяет монитору UltraGear выводить изображение с высоким уровнем детализации. Соотношение сторон 27-дюймового монитора составляет 16:9, а максимальная глубина цвета 8 бит плюс FRC. 27GN850 – протестированный NVIDIA и официально подтвержденный совместимый монитор G-Sync, минимизирующий разрывы и задержки для плавного и быстрого игрового процесса. С технологией FreeSync Premium геймеры могут ощутить плавность движения в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она сводит к минимуму разрывы на экране и задержки отображения. Для дополнительного снижения нагрузки на глаза у монитора предусмотрен режим чтения с уменьшенной яркостью и синим спектром. Монитор обладает элегантным, современным и захватывающим дизайном благодаря практически безрамной рамке экрана. Основание можно регулировать для изменения наклона, высоты и поворота монитора в портретный режим. Функция AMD FreeSync. Технология AMD FreeSync обеспечивает синхронизацию частоты обновления изображения с покадровой частотой ПК, что минимизирует задержку вывода, снижает эффект наложения кадров и подвисания изображения во время игры. Для уменьшения вероятности появления неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз, специалисты LG разработали технологию Flicker Safe, которая подавляет мерцание экрана. С помощью Dynamic Action Sync минимизируйте задержку ввода, чтобы геймеры могли ловить каждый момент в реальном времени. Стабилизатор черного. Геймеры могут обнаружить снайперов, скрывающихся в самых темных местах, и избежать столкновения. Прицел Crosshair. Точка прицела фиксируется в центре для повышения точности стрельбы. Ready Mode. Режим чтения на мониторах LG. Поскольку монитор может использоваться не только для просмотра видео, то компания LG придумала предварительную настройку изображения. Этот режим включается одним нажатием кнопки. На задней панели расположены разъемы: 1 DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.0, 1 выход для аудио и наушников 3,5 мм, 1 гнездо питания 19 VDC. В мониторе используется внешний блок питания мощностью 48 Вт. Я внимательно изучил отзывы покупателей в разных источниках и могу выделить основные моменты. Пользователям не нравится. Засветы. HDR10. Клипкий. А вот что покупатели оценили больше всего. 2К разрешение. Быстрая матрица. Качественное изображение. AMD FreeSync. 144 Гц. G-Sync. Комплект поставки. Удобный джойстик. На этом у меня все. Пишите в комментариях, какой монитор вы бы купили себе и почему. Напомню, что узнать стоимость данного LG UltraGear можно будет, перейдя по ссылкам в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также не забывайте подписываться и жать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Device.